Купите шоколадку. Стойте, стойте. Кто это просит шоколадку? Купите шоколадку, забрали. А как он? Пацаны, там кого-то шмыхнуло, убило. Убило кого-то. Там кровь. Здесь всего лучше всего оставаться. Я не знаю, я смотрю, там многие лежат белого, я сразу убежал там. Среди нас убийцы, наверное, отойдите от меня. Ребят, я у трупа нашел вот эту карточку. О, пойдемте, может, мы выйдем с мужчиной. Ой, кто-то шмаляет. Твою мать! Сдаюсь! Блин. Я уборщик, я тоже уборщик. Я его убираю. Я просто убираюсь. Простите. Уборщик, да, не за что. В смысле, ладно. Нет, там хуйня какая-то. Что хуйня, блин? Hello, motherfucker. А ёб твою мать. He needs some milk. Да в смысле, печенька, иди нахуй, тут такой пиздец вообще-то. На рынке акций компаний по производству автомобилей всегда происходят качели. Одни растут, и другие падают. Всё лишь один твит Илона Маска может поднять акции Tesla на 5, а то и 7%. На рынке акций инвестиционная площадка Avalon чувствует себя как рыба в воде. Вот уже более 5 лет они пройдут акции на пике курса, а покупают на спаде. Самая незаменимая и важная часть команды – их инвесторы, хорошая репутация, регулярные выплаты и надежность. Все это об Avalon Technologies. Я уже инвестировал 50 тысяч рублей на 28 дней и получил первую прибыль. Хочешь такой же пассивный доход? Тогда переходи по ссылке в описании, регистрируйся. 2 минуты и ты инвестор. 1,3% к вложенной сумме ежедневно. Вот я, блядь, тебя похоронила. Блядь. Давай договоримся. Да ладно! Давай договорим. Не договорим. Да совесть-то имей хотя бы. Плава, тебе сработает. Спаси, там жоп все, там просто все, там жоп. Ты просто рот ебал этот комплекс, идите нахуй, блять. Я тут ширинку растяну. У тебя есть желтая карта есть? Нет, ну только босса. Ты, блин, на тебя въебала, блять. Привет, братан. Как дела у тебя там? Молодец ты, конечно. Неавторизованный персонал надо убивать. Это неавторизованный, он паспорт не показал даже. Да, справа быдло. Ну чё, как бы сказать, я тебе помогу, если что? Нам нужен суетов, в принципе. А, ну окей. О, здорово, здорово. Ух, блядь, уходим! У меня есть план, в принципе. Смотри, у меня есть план. Пошли сюда. Ага. Идём, идём. У меня... Ааа, смотри назад! Назад, смотри! Ты это стреляешь, ты чё, ты стреляешь? Бля... Вы пиздец! Да, вот это веселуха! Веселуха, открой век! Вот и помер дед Максим! Да и хуй остался с ним! Ты еврей? А, так и что спрашиваете? Все, у нас новенькие... А-а-а! Деда, не нахуй! Первый день на работе, блядь! Ты ебанулся? Нахера? Зачем ты это сделал? Димон, ты чё, без... ты бесстрашный, Димон? Да, сейчас ему пизды пойду давать. Мне теперь за него, блядь, штаны менять. Жив. Не, жив. Не хочу я туда там делать нехуй вообще. Да дед не догадается, у нас еще где-то 40 миллисекунд. Дед догадался. Беги! 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 А теперь убедился, что надо бежать. Дед, успокойся. Ой, бля, хамуха. Ой, бля, хамуха. Тара-тара-тара-тара. Ло, меня кто-то слышит? Помогите! Я спрятался в камере содержания 049. А я оставшись там, где... Ага, понятно, короче. А, так подожди, дед на тебя сагрился, да? Да я уже все, я уже у него. Ага, пиздец. А как оно ловит, блядь? Как там оператор вообще ловит? Я не понимаю связи. Я сам не понимаю, мне страшно, что-то не дело. И не знаю, иди на мой крик, на мой зов, хуй его знает. Иди туда, где светит солнышко. Ёб твою мать! Да класс, я чуть не умер, сука. Ладно, похуй, к стенке. Я призрак, я призрак, я призрак. К стенке?
Так, РБ-10-то я обыскал, выкидывай все. Это все? Шприц? Ну ладно, можешь все забрать. Я как бы не буду как бы менять свои отношения из-за какого-то шприца. Мы все мы люди, все мы понимаем. Ёб твою мать. Вот это, вот она, лысая голова. Давай, Вальфа, быстро, 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 сюда, 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 сюда. О, хочу, хочу тебя. Ну, а хочешь? Папа, купи, папа, купи. Не могу, денег нету, сына. Купи, пожалуйста, мне это, бля. Купи мне это, купи мне такую, пожалуйста. Да я не могу, блядь. Купи мне такую. Я потом тебе. Ну, купи, у тебя кредитная карта есть. Там денег мало. Ой. Он, блядь! Блядь! Тупик! Олег! Да не знаю, Олег! У меня есть две лампочки. Ну круто! Крути мой анус. Я виски 10, я уже двоих ребят нашел. Давай, двоих детей нашел оранжевых. Где вы находитесь? Я подсветил. Давай. Тихо, тихо, 049, вы... Я че пугаю? Вы как, вы за правых или за левых? Нет, блин, зачем пугать? Это вы направо пошли, Серёг, да? Ты не пугай. Значит, так, если... Органа, не стреляйте, мы пацифисты! Всё, я понял! Здорово, Серёги! Вас там просто... Серёги... Всё, стреляй, тихо, стреляй, тихо! Я пацифист, я пацифист! Я против насилия. А, да? Хуя нет, может. Да. Там, правда, он не против. О, чёрный пятно! Отходи! Отходи! Не отходили, отходи! Я буду рвать! Закрывай дерьмо! Так, стойте, не стреляйте! Убегай уже! Мы пацифист, я пацифист! Так, мы можем быть друзьями, правильно? Наверное. Там жопа, я не против любых друзей, но каких баб любишь, скажи? Не пацифист. Я? Да. Высоких, с большой задницей. Все, ты мой друг на всю жизнь. У меня есть бутылка минералки, я тоже мирный пиздец. Бежим, бежим, бежим. Да я бегу, да ёб вашу мать. Вот и помер дед Максим. Ой, ёб! Пацаны, спасите! Какого хрена? Где ваша карта доступа? Они меня в плен взяли. Тебе что, в сексуальное рабство забрали? Да! Ну дайте мне пушку, пожалуйста, мне очень. Кадет, кадет, я приказываю вам отдать оружие охраннику. Спасибо. Короче, я буду аптечкой стрелять. Из пальца стрелять. Пью-пью-пью. Прием. Прием, нельзя. Ох, Мэтт, вы где? А, все, вижу. Чем мы будем заниматься сегодня? Да не знаю. Когда там у нас отпуск, лучше скажи. Причем? Вот я кому! Ёбаный рот! Как там его зовут-то, блядь? Ой-ой, там пизда, по-моему. Да я хз, это там... пизда, иди! Я только смену, блядь, пришел открывать, а уже такая срань. Эй, ну чё ты, жопу не оторвал? Ну всё, я сысканил мамонта. В смысле? Что ну он везде? Ушел, по крайней мере, в хардзону обиженный. Кого засканили? Кто там, 5-7, что? Не понял. Ну кто, куда, я... Ёбаный рот! Блядь! Бежим! Мне чё сердце в пятки, банан без... Дед, давай договоримся! Что хочешь, я дам. Нахуй дед пошел. Ай, блядь! Беги, блядь, беги! Давай, давай, давай. Уходим! Ёбаный рот! Да класс, ёбаный твою мать! Я сдаюсь, блядь! Ну конечно, ёб твою мать. Это что такое? Дверь. Пацаны, это порнуха. Это порнуха. Тут порнуха. Ай-яй-яй, кто-то стреляет. Свечу запутать хочу. База не работает. На пол! Бля! Нет, ёб твою... Сдавайтесь. Это не я. Я защищу. Тут видно 7.62, а мне не 7.62. Ну вот и все. Два брата-акробата умерли нахуй. Все, сдавались, молодцы, сдавались. Да, круто сдались, ничего не скажешь. Да нет тут никого, тут, блядь, уже давно все умерли, даже тараканы. Поищем тут о себе объекты какие-нибудь полезные. Пускай эта группа зачистки потом, блядь, местные уборщики этой сранью занимаются. Давайте лучше просто обезопасимся. Ладно, не зря-то у нас есть. Да у кого там не сварение, блядь. Ну потом используем. Ой, ёб твою мать! Отступаем! Ага,
назад. Сейчас, подожди! Все. Тебе повезло. Я гранату кинул. Чудо успел проскользнуть. А, мои дорогие дети, предлагаю вам построиться. Потому что я неожиданно получил донесение из штаба, меня повышают. А можно бросить автомат и пойти? Базы. Нет! Проебал автомат, сам виноват. А сейчас будем стрелять? Тихо. В комплексе добрый день, я уже услышал, что в комплексе обнаружено поветрие. У нас такая проблема, знаете, 049-й. У нас там вспышка произошла недалеко отсюда, примерно в 100 километрах этой вот этой вот заразы. Без вас никак. Где? Да, село Урюпинское называется. Выведите, пожалуйста, доктора к селу Урюпинское. На выход. Все, а все остальные за мной. Вот так вот нужно уметь пиздеть, а. Че, что за запах? Ой, блядь. Неа. Ни в коем случае я не расист. Огонь засказал. Разводим деда на победу. Говорит командир МОГа отряда Дельта 07. Мы пришли вас всех спасать, так что прошу, последуйте на ресепшн, так сказать, для опознания своего ебанка. Тут дед насрал, осторожно. Всем на пол лежать! Тебе. А, ладно. Тут уборщик, его убивать нельзя. Просто я понял, потому, понял. Что правило. Потому что уборщик, да. Идем на ресепшн, там он человек. Сзади! Я убил книгу, пока скаса открыла. Какого черта? Тут зеленый человечек напал. Ой, бляха, дед. Дед, отстань. Имей совесть немного. Мне чуть жопу не оторвало. Сдаюсь. Не стреляй. Боря. Там проблемы посерьезнее, чувак. Подожди, а как командир может сдаваться? Стреляй, Серёжа. В смысле перемирие? Не сдаюсь, просто перемирие. Дед. Дед, отстань. Я не сдаюсь, это было перемирие. А теперь да, перемирие, ага, все. Мам, вернись, работай. Ай, блядь, патроны кончились. Ты пытался, ты так мог сделать. Ты еще так явно нажимал на кнопку огня. А хочу сообщить вам, что мы восстановили наши сервера по Майнкрафту, и теперь вы можете зайти на них через наш собственный лаунчер. Ссылка на него будет в описании.